В результате мощного землетрясения, произошедшего на северо-западе Китая, более 100 человек погибли и свыше 500 получили ранения. Сила подземных толчков оценивается в 6,2 балла по шкале Рихтера. Сильно повреждена инфраструктура в провинциях Ганьцао и Циньхай, жилье, дороги, энергоснабжение и связь. В пострадавших районах также возникли проблемы с поставками воды и продуктов первой необходимости. Тысячи спасателей и армия взялись за работу, несмотря на рекордные холода. МЧСники героическими усилиями пробираются сквозь руины, чтобы достать из-под завалов пострадавших людей. Президент Китая Си Цзиньпин призвал к активации полномасштабной поисково-спасательной операции с целью минимизации ущерба и предотвращения новых потерь. Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим от стихийного бедствия. Климат набирает обороты, и даже такая мощная страна, как Китай, не справляется в одиночку с его разрушительной силой. Именно сейчас нам необходимо объединить весь научный потенциал человечества для того, чтобы выжить.